Мы сейчас с вами находимся на старте. Что здесь происходит? Вот смотрите, ребята сейчас получили легенду, читают легенду, по которой именно там Федьку вместе с сетями утащила, и нас вот вода подхватила и понесла. Вынесла на центр реки. Тут вижу деревья в воде. Федька за деревья, сетями зацепился. Генка с Андрюхой сквозь деревья дальше. Ну, в общем, трагедия с наводнением еще к тому же. То есть была палатка, затопила палатку. И показания, как вот в реальных поисковых работах даются показания. Это идет судья соревнований Карама Владимир Анатольевич, который подготавливал участников, давал им наставления, рекомендации. Так, и вот у нас идут уже команда из Абакана. Кобель Свен, он что-то причуял, пошел. И кобель Босс. Мы сейчас находимся на базе Чемпион. Вот очень удачное место. Я вам сразу вот так удаление сделаю, чтобы было понятно, что это остров. Ну вот я такую очень удачную позицию нашел. То есть вот база Чемпиона вот здесь находится сейчас, куда я рукой показываю за камерой. Здесь находится театр вот этой вот, действий. То есть где находятся статисты, где происходит, идет сам этап. То есть этап идет частично здесь внизу, перед островом, частично идет на острове. И вот, я не знаю, видно, не видно. Видно, да, вот он маленький остров, еще там тоже, вроде как по легенде, находятся пострадавшие. Вот. Ну и ребята, вот, на переправе я уже снимал, показывал. Дальше идет район поиска здесь по острову, на том острове. И переправляются они обратно уже вброд чуть дальше. Ну если только попутной кобылой. Собаки кемеровской команды, моей родной команды, уже зашли на переправу. Ждем хозяев теперь, проводников. Я готов. Руки в стороны. Смотри, сама сейчас вот сюда вниз выйдет, собаку, чтобы собака не ударила. Придержи, я буду выводить по какому-то, я делаю собаку прибежать. Подправь ее там, если надо. Ничего, нормально? Нормально? Вот ты еще, нет? Да. Ланочка, ты моя зайка! Это зайка, это на собаку больше похоже. Я еще и на видео снимаю. Да? Давай. Давай сюда. Лови! Ну, не везде есть идеальные условия. Да. Можно сюда зайти. Ну, карабин убери. Вот этот? Да. А, то вот это самое страшное. Ничего не надо. Ничего, убери, все хорошо. Значит, ни в коем случае за веревки руками не трогать.
Ребята вон вышли уже к берегу обратно. Стоят, обсуждают что-то. Кобель, я не знаю, виляет хвостом активно, так как будто обозначает. Все, и вот идет обратная переправа. Надеюсь, наши спасатели собаканского отряда удачно отработали этап командного поиска. Так, чтобы было понятно, сейчас я сделаю удаление, чтобы вы понимали еще, насколько все это, какие тут масштабы вообще. Так, вот спасатели, собака сейчас поднимаются по крутому склону. Это Тома, собакана, там Тамара. Нет. Это Рома. Ромка, точно. И кобель его Свен. Очень сложно управлять камерой, потому что расстояние достаточно большое здесь. Начиная поворот, малейшая тряска происходит. Ну, надеюсь, у ребят все хорошо.